Мне организаторы форума доверили произнести заключительное слово. Я хочу поблагодарить всех, кто пришел на площадку, всех, кто принимал участие в дискуссии. А компанию Google поблагодарить за то, что она выбрала нашу площадку для того, чтобы такой разговор и обмен мнениями произвести. И позволю себе на правах хозяина площадки или хозяйки площадки поделиться некоторыми представлениями или некоторыми самыми актуальными проблемами в интернет-среде, с которыми нам приходится сталкиваться как средством массовой информации, которое работает с новостями. Я, когда готовилась к этому выступлению, нашла очень интересную цитату Бертольда Брехта, 1926 год. «Радио было бы великолепнейшим из всех возможных средств связи в общественной жизни, гигантской системой каналов, но лишь если бы оно могло не только передавать, но и принимать информацию, то есть заставить слушателя говорить». Не прошло меньше, чем 100 лет, и слушатель заговорил. И мы совершенно незаметно для себя в последние, по моим ощущениям, 5 лет перешли из одноканальной среды взаимодействия с средством массовой информации и общества, когда средство массовой информации выступало в качестве вещателя, ментора, учителя, и когда оно доводило некую точку зрения до аудитории. Мы перешли в многоканальную или двухканальную систему координат, когда средства массовой информации и аудитория — это, в общем, не учитель и ученик, не ментор и слушатель, а в какой-то степени равноправные партнеры, потому что если ты партнер неравноправный и пытаешься диктовать, то аудитория отворачивается и уходит от тебя. И таких примеров в новейшей российской медийной истории мы знаем довольно много. И вот эта такая многоканальность, которая возникла, мы ее действительно не заметили, а сдвиг произошел тектонический, потому что он изменил не только... То есть это изменение не только технологические, это изменение, собственно говоря, самой философии и культуры отдачи контента или передачи контента от аккумулятора его под названием средства массовой информации к реципиенту под названием читатель или аудитория. И вот один из интересных трендов, который я вижу со своего медийного угла, я и мои коллеги в РИА Новостях, это то, что мы сейчас находимся в ситуации огромного поколенческого разрыва. Этот поколенческий разрыв определяется не возрастом аудитории или медийных команд, или идеологов медийных команд и СМИ, которые производят контент. Он скорее не в возрастной плоскости, а вот в степени открытости или закрытости персоналии, личности, новым технологиям, возможности принятия другой точки зрения. В общем, все это из чистых технологий переходит в серьезную культурную составляющую, которая сегодня во многом определяет тот общественный тренд, то взаимоотношение в обществе, в которых мы сегодня живем, находимся и существуем. Кроме поколенческого разрыва, еще одна черта или характеристика сегодняшнего состояния интернет-среды, СМИ и общества, вот этого треугольника, с моей точки зрения, это колоссальный цифровой разрыв между регионами, так называемый digital divide, который в России мы видим, если начинаем анализировать географический состав аудитории федеральных, центральных медиа. Если внимательно посмотреть на то, каким образом региональная аудитория, интернет-аудитория приходит в вот эти крупнейшие СМИ, то мы увидим, что региональная аудитория все больше и больше локализуется в нишах своих территориальных, локальных интернет-ресурсов, все меньше и меньше интересуется какими-то федеральными новостями или новостями страны в целом, и все больше и больше замыкается географически вот в таких своих географических анклавах. Это, естественно, часовые пояса, и неравномерность новостного потока в течение 24 часов, если это работает новостная редакция в Москве, допустим, да, то, с чем связано. То, что увидели мы, для чего мы запустили проект поясного вещания, когда наш выпуск новостей будет привязан к конкретным часовым поясам конкретных регионов. Это, помимо всего прочего, так называемые пиринговые войны, с которыми столкнулись производители контента и провайдеры. И это, конечно же, имущественный ценз, то есть стоимость доступа в интернет с возможностью использовать максимально все его ресурсы и возможности. И третья черта,
которая характеризует, с моей точки зрения, состояние общества и взаимоотношения общества и интернет-среды, это такой очень интересный кейс, который, мне кажется, войдет в учебники истории. Это пример российского общества, в котором рост гражданского общества и развитие его происходит не через общественные институты офлайновые, а через создание самоорганизующихся, саморегулирующихся, неожиданно возникающих и также неожиданно исчезающих сетевых образований. Тренды новостного сегмента интернета или, так сказать, информационного сегмента интернета, в котором находится наша новостная редакция, то самое острое, с чем нам приходится сталкиваться в последнее время, это прежде всего колоссальное ощущение катастрофического сжатия времени. Создание контента, его передача аудитории, восприятие аудитории, поиск реакций, изменение или доращивание контента с точки зрения реакции аудитории, все происходит практически одномоментно. Если раньше это были последовательные действия, разнесенные во времени, сегодня все приходится делать одновременно. Ты еще не выпустил до конца новостную историю, уже начинаешь заниматься откликами на, собственно, произошедшее событие, которое ты еще не до конца рассказал в своем средстве массовой информации. 10 лет назад реакция на события в СМИ измерялась, скорость реакции, часами. Несколько лет назад десятками минут. Сейчас минутами, думаю, что мы придем в то состояние общественного сознания, когда и реакция, и события будут происходить в онлайне, уже происходят в онлайне. Ну и, собственно говоря, ответ и реакции будут исчисляться секундами. Цифры, которые мы в РИА у себя видим, например, количество новостей, которые мы публикуем в час за последние 2 года, выросли с 9 до 28 штук в час. Это интенсивность работы одного человека, то есть интенсивность работы выпуска. Это не значит, что мы увеличили количество людей, которые такой объем информации выпускают. Это значит, что до такой степени интенсифицировался процесс работы с информацией. А вот не текстовый, а мультимедийный контент, то есть фото, видео и все возможные инфографики и так далее, у нас за последний год вырос на 70%, то есть больше, чем в 2 раза, за час. В час на лентах мы выпускаем в среднем около 65 новостных сообщений, а 5 лет назад выпускали в 2 раза меньше. И вот в таком режиме 24/7 с огромным информационным потоком вот так существует новостное средство массовой информации. Мы в своем развитии прошли через разные мифы, как, впрочем, и наши коллеги западные, через мифы о том, что юзерский контент, что пользователи и пользовательская активность, и их новости убьют традиционные СМИ. Не убили. Что умрут бренды и что аудитории не будет совсем интересно, а кто, собственно говоря, эти самые новости поставляет. Не произошло. Что умрет текст, останутся картинки, а вместе с текстом умрет качественная журналистика вообще как профессия. Тоже пока не произошло. Последний тренд последних 2 лет, что Твиттер заменит информагентство. Да, мы тоже этого опасались. Да, мы тоже довольно напряженно, с напряжением наблюдали за тем, как стремительно разрастается твит-поток и как Твиттер начинает генерить новости быстрее, чем это делают традиционные информационные агентства. И вот что мы наблюдаем в последние, скажем так, полгода. Мы наблюдаем довольно некий негативный процесс, который, с другой стороны, имеет хороший позитивный результат для нас, как для традиционных медиа, которые стараются жить в ногу со временем и реагировать на свою аудиторию. А в последний год, полгода, может быть, чуть больше, но заметная тенденция все-таки для нас стала, вот, наверное, в 2011-2012 году, мы видим колоссальный рост фейковой, ложной или недостоверной информации. В связи с чем наша роль традиционного средства массовой информации, в данном случае информационного агентства или мультимедийного медиа, заключается в следующем. Наша роль – верификация этой самой информации. Я не буду приводить огромное количество примеров фейковых аккаунтов в Твиттере. Там ложный Чуров, который поняли, что он ложный, там, по-моему, спустя несколько дней, да, после того, как этот твит-аккаунт работал и так далее. Но это все такие забавные мистификации. И в них нет ничего плохого, я ни в коем случае не призываю запретить или регулировать это, или, не дай бог, наказывать за это, потому что интернет не приемлет регулирование. Я просто пытаюсь обозначить
проблемы и поиски путей, и поиски неких островков стабильности, а как вот в этом море самой разной информации, часть из которой ложная, находить правильные системы координат. Потому что когда распространяется информация, не соответствующая действительности, что-то мнение или там ошибочное какое-то событие, которого не произошло, это может быть не так страшно. Гораздо страшнее, на мой взгляд, это та опасность, перед которой мы в ближайшее время окажемся, это когда происходит искажение общественного мнения, когда несуществующие сущности, а мы все про них знаем, это ботнеты, начинают поднимать в социальных сетях, в живом журнале и так далее события, мнения, позиции, происшествия и так далее, которых либо не было, либо они искажены. Самый, на мой взгляд, опасный элемент или этап этой тенденции, развивающейся, когда в ближайшее время будет введен механизм общественных голосований за те или иные петиции, поправки к законопроектам, когда, собственно говоря, общество свое мнение реально донести до регуляторов и не сможет. Вот в коридоре мне такой пример рассказала Лена Панфилова из Transparency International, что когда было голосование за закон о полиции, поправки закона о полиции, то натиск ботнетов, манипуляторов была такова, что все самые... А президент тогда сказал, что он будет рассматривать первые 5 или 10 там, поправок, которые будут выше всего по рейтинговому голосованию. Вот. То есть работа манипуляторов была столь интенсивна, что ни одна из важных, кардинальных и меняющих ситуацию поправок к закону не имела шансов подняться в этом самом рейтинговом голосовании. Правозащитники придумали другие механизмы, с помощью которых они эту историю обошли. Но переход к системе открытого правительства не только у нас, а вообще в мире, как open government, переход к открытым технологиям рейтингования проблем и решений ставят на повестку дня очень серьезный вопрос о верификации информации и источников информации, то есть верификации личностей. Ну, собственно говоря, я пользуюсь тем, что эту площадку, этот форум проводит компания Google, потому что только такие крупные поисковики, такие крупные системы, как Google, могут вместе с большими средствами массовой информации, может быть, государствами или надгосударственными образованиями, пытаться находить решение таких проблем. Вот. Мы для себя, занимаясь вот этими фейковыми историями и искажениями, попробовали их стратифицировать, то есть дать им какую-то классификацию. Вот эта черная сторона интернета, так называемая, как ее называют, она делится на устаревшую информацию, ее мегатонны, ошибочную, там, где была допущена случайная ошибка, и она была реплицирована много-много тысяч раз в самых разных аккаунтах, и заведомо ложная. Это та информация, которая заведомо была придумана, ей была придумана история кредитной этой информации, каким образом она легализуется, как это говорили раньше, в среде шпионов и разведчиков. Ну и потом находит свое место, допустим, в структуре Википедии. И еще один вид фальсификации или нарушений – это искажение общественных реакций за счет манипулирования и создания тысяч и тысяч несуществуемых интернет-сущностей. Вот несколько примеров таких ошибок, которые могут казаться классическими. Несколько моих знакомых химиков провели сравнение таблицы Менделеева с данными Википедии по элементам и обнаружили, что около трети элементов таблицы Менделеева, приведенных в Википедии, имеют небольшую погрешность в указании атомной массы. Ну, например, платина в таблице Менделеева 195.09, в Википедии 195.08. В Германии в таблице 72.59, в Википедии 72.61. Казалось бы, незначительно. А с точки зрения точной науки, катастрофически недопустимая ошибка. И эта недопустимая ошибка, находясь в авторитетном источнике, которым является Википедия, которой пользуется очень большая аудитория, тысячекратно или миллиардократно мультиплицируется. И можно представить себе ситуацию, когда, собственно говоря, настоящая информация так сильно закопается в залежах вот этих самых репликаций, что никогда и не будет найдено.
Вот я в Википедии обнаружила личный пример. Я обнаружила пару недель назад, что там было написано, что я разделяю идеи нацизма. И даже была придумана история, каким образом из средства в средство, из одной сетевой истории до другой, это доказывалось. Хорошо, что существуют технологии, когда ты можешь поправить свои ошибки в твоей биографии. Хуже, когда это ошибки фактологические, еще хуже, когда это ошибки манипулятивные. Я, конечно, тоже верю в саморегулирование как способ самоочищения интернет-среды от всего наносного. Но скорости, в которых мы живем, и общественные реакции на происходящие, острота общественных реакций на происходящие процессы, и волнообразный рост технологий фальсификации, технологий искажений, он не дает нам времени несколько лет подождать, пока саморегулирование само очистит информационные массивы от накопленных ошибок и искажений. Поэтому... вот я еще, извиняюсь, я хотела обратить внимание на несколько цифр. Мы вот к этому форуму решили проверить, а какое количество у нас в аккаунтах ботов. Я сейчас озвучу цифры, которые никогда раньше не озвучивала, потому что, на мой взгляд, они, конечно, революционные. Мы проанализировали, сделав репрезентативную выборку, 130 тысяч своих подписчиков в Твиттере и 500 000 своих подписчиков в Фейсбуке. И на основании той выборки, случайно репрезентативной, которую с помощью социологов мы сделали и провели, мы получили страшную цифру. В нашем твит-аккаунте от четверти до трети последователей носят признаки ботов. То есть они либо не обновляются, либо делают однообразные повторяемые действия в виде ретвитов. Ну, то есть не подают, как вот условно, не подают признаков жизни. Или подают признаки искусственных сущностей. Страница РИА Новости в Фейсбуке из 500 000 аудитории, в силу того, что Facebook более сложное, чем Twitter, образование и требует более сложной работы с несуществующей сущностью, около 10% подписчиков, я повторю это, носят признаки. То есть мы заподозрили бы их в том, что они являются ботами. Спрашивается, откуда эти боты взялись? Ну, точно не мы сами их для себя заказывали, потому что нам дутая аудитория не нужна. Она нас скорее дискредитирует, нежели дает нам какие-то дополнительные очки. Ну уж точно мы не зарабатываем на рекламе. Да? Откуда родилась технология ботнетов? Из сетевого маркетинга, когда за счет увеличения количества лайков те или иные бренды получали больше как бы, рекламную подпитку. С нашей точки зрения, эти боты приходят к нам для того, чтобы получить хорошую кредитную историю. Ну, то есть, если ты бот, и у тебя есть подписка на РИА Новости, ну, значит, ты, может быть, не бот, а человек. Вот такое социальное явление, когда ты становишься частью чужой кредитной истории несуществующей личности. Как мы с этими фальсификациями боремся? Ну, мы вручную пытаемся чистить себя от вот этих самых сетевых сущностей, но они, конечно, нарастают вновь. Средства массовой информации агентства занялись, в принципе, несвойственным им делом, занимаясь вот этими самыми верификациями. Да, вот интересно, что в характере работы новостной редакции где-то, наверное, около полугода-года назад появился новый вид деятельности. Мы практически каждый день проверяем достоверность тех или иных твит-сообщений или сообщений из Facebook или других социальных сетей, которые общественная реакция вынесла в топ, и, соответственно, они являются аудиторно интересными. А мы, проверяя по официальным источникам, свидетельствам и так далее, обнаруживаем, что они достоверными не являются. Вот, собственно говоря, что позволило нам разделить их на ложные, ошибочные, манипулятивные там, и фактологические ошибки. Мы занимаемся несвойственной деятельностью еще и потому, что кроме того, что мы проверяем эти самые, верифицируем эти самые новости или факты, мы занялись инструментальными замерами. Ну, когда нет никакого другого способа проверить, что ты можешь сделать, только измерить. Мы, например, измеряем температуру в виде метеостанции, которую поставили на собственное здание. Мы измеряем, это вот самый, наверное, интересный пример, когда мы измеряли с помощью аэрофотосъемки
и с помощью съемки из космоса количество людей, которые пришли на Болотную, на Сахарова, на Поклонную и так далее. Если вы помните, такие были общественные споры по поводу цифры, и цифра официальная до такой степени не соответствовала цифрам организаторов, что вот в поисках истины мы разработали и начали постоянно примерять четыре способа измерения числа людей на площадях. От геодезической съемки до вот, фотосъемки или до постановки специальных фотокамер, которые снимают количество людей, заходящих на площадь, а потом вручную пересчитывать. Ну, они одни более тяжелые технологии, другие менее. Неважно. Важно, что вот эти самые измерительные механизмы, измерительные технологии изменили наш подход к новостям. У нас сегодня фотограф идет фотографировать не красивый ракурс, не интересный ракурс, а он идет фотографировать, исходя из понимание, что он потом по этой фотографии должен будет определить количество людей и вместе с инфографиками дать более-менее точную цифру. Это к вопросу о том, как технологии меняют новостные процессы. Ну и, наконец, вот последний наш подход к верификации, к роли верификатора событий или информации. Мы запускаем с 1 мая новостную твит-ленту. Точнее, это лента из тысячи аккаунтов социальных сетей и Твиттера, верифицированных нами, то есть проверенных нами, что эти аккаунты точно принадлежат их владельцам. Мы в течение 3 минут после выхода сообщения в социальной сети верифицируем новость, верифицируем источник новости и подтверждаем, что это событие или сообщение является истинным. Собственно, наверное, все, о чем я хотела сказать, хотела сформулировать проблему главную, валидность информации, подходы к ее верификации и все-таки попытка хочу попытаться на более серьезный, нежели наш вот российский интернет, на более серьезный международный уровень вынести вопрос о необходимости разработки критериев подхода к верификации информации. Пиктограмм, не знаю, которыми можно обозначать те или иные проверенные, апробированные и проверенные источники информации от британской энциклопедии до библиотеки Конгресса. И верификация личности. Сложная, противоречивая и совершенно непонятная проблема, без которой такая простая вещь, как сбор общественного мнения в интернете, не является сам по себе достоверным процессом, на результаты которого можно полагаться и в соответствии с которым можно выстраивать государственную политику, как вот предполагает делать наше государство в ближайшем будущем. Вот на такой проблемной ноте, скорее оставив вопрос, чем предложив решение, я предлагаю закончить сегодняшний форум и надеюсь, что вот тот дискуссионный элемент и те проблемы, которые обсуждались, они не закончатся сегодня, а какое-то свое развитие приобретут в ваших сетевых ресурсах, в ваших личных дневниках и профилях. И, ну, на самом деле, только в сообществе мы можем найти решение общественных проблем. А сегодня медийные проблемы, интернет-проблемы все больше и больше. Как сказала одна моя знакомая, онлайн перетекает в офлайн. Вот мы находимся... Мы раньше офлайн запихивали в онлайн, а теперь находимся в обратном тренде. Мы принимаем в офлайне, в обществе, в государстве те проблемы и те решения, которые рождаются в онлайне. Спасибо вам большое.